Мурманск, апрель, 22 год. Норникель причала, Норникеля бывший. Мурманский судоремонтный завод. Это док, где стоят наши корабли. Главдок номер 2, бетонный. Старый. Здрасте. Якорь устройство, якорные цепи. Нет, корабельные инженеры открыли судно. Просто они вчера перфоратором били, и перфоратором не стало. Вот технические вырезы, вырез ремонт корпуса судна. Вот такой нет. Замена набора, обшивки. Вот кормовой части то же самое. Это же другое судно стоит. Буксир. Вот такой киль у него. Это наш рыбачок моряка Атлантик. Кормовая часть. Рад на судно. Стапель паловый. Часть якорной цепи. И сам якорь. Это скачка с дока. Докер на таких якорях стоит. Вот. Вот такой цепь у него. Вот такая цепь. Большая, огромная. Скользкий залив.